Сентябрь 2014 года. В полицию Ангарска поздним вечером поступило сообщение о пропаже 10-летнего мальчика. На поиски ребенка поднялся личный состав ведомства. Утром подросток сам вернулся домой. А это декабрь 2018-го. Сотрудники полиции и Росгвардии проверили все чердаки и подвалы 88-го квартала города в поисках маленького мальчика. А он просто гостил у друга. При этом родители гостеприимного ребенка не задумались о том, что в их доме в столь поздний час делает посторонний малыш. В феврале текущего года полицейские всю ночь искали 13-летнего подростка. Как оказалось, он ночевал в подъезде, а потом спокойно гулял по одному из крупных торговых центров города. Там его и обнаружили оперативники. Подобная статистика пугает. С начала года в Ангарске зарегистрировано более 100 случаев самовольного ухода детей из дома. Причем статус и социальное положение здесь не играет никакой роли, утверждают специалисты. Родители ссылаются на занятость свою на работе, в связи с чем на ребенка не хватает времени. То есть, когда он приходит со своими какими-то, казалось бы, нелепыми проблемами, его нужно выслушать, его нужно принять, его нужно понять. Специалисты советуют родителям познакомиться с окружением своего ребенка. Зачастую к такому поступку их могут призвать и приятели, а иногда и желание увидеться с дальними родственниками. При Ангарии были случаи, когда дети уезжали в другой город, не сообщив об этом маме и папе. Родители должны знать, где находится их ребенок, с кем он общается, контролировать ребенка в течение дня обязательно, да? Знать его друзей, контакты друзей, также по возможности контактировать с этими друзьями, общаться. За несвоевременное обращение в полицию по факту розыска детей родители несут административную ответственность. Такие материалы впоследствии направляются в комиссию по делам несовершеннолетних, а маму и папу потеряшек могут оштрафовать. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.